Узор с эффектом аранов для однофантурной вязальной машины. Требует внимания и сосредоточенности. Раппорт 15 петель, 2 блока по 4 вертикальных дорожки, по 2 петли с разделением в 1 петлю. Перевития выполняются в блоках строго в правую сторону, затем в левую сторону. Для выполнения узора берем 2 двухугольных декера. Начинаем с правой стороны и делаем пересадку петель влево. 2 крайних правых дорожки снимаем на 2 декера и перевиваем. Внимание! Сначала в левую сторону, сверху в правую. Весь блок перевивается строго в этом порядке. Провязать 2 ряда. Второй ряд снимаем на 2 декера вторую и третью дорожки и перевиваем в левую сторону. Так как мы вяжем на вязальной машине, то нет возможности ослабить натяжение и трудно пересаживать петли. Пересадки выполняются через ряд, поэтому можно применить хитрость. В первом ряду перевиваете петли и пересаживаете их так близко, как вам удобно. Провязав один ряд, распределите петли на нужные места в соответствии с первоначальной расстановкой игл. Перевивайте дорожки в соответствии с раппортом. Самое главное, не перепутать последовательность перевития. Сначала правая дорожка, затем левая. Когда закончили вязание первой части, переходим на второй блок дорожек. Желтые полосы в раппорте. И выполняем такие же перевития, только уже в правую сторону. Надеваем на иглы сначала левые петли, затем правые.